Шестой день продолжается ликвидация последствий ледяного дождя, который прошел в ночь с четверга на пятницу прошлой недели. Оперативный штаб, развернутый на базе службы 112, продолжает круглосуточную работу. По словам Романа Пушкарева, ухудшения обстановки нет, наблюдается положительная динамика. Ряд населенных пунктов, где возникла достаточно критическая ситуация, необходимость все-таки электроснабжения давно не было. Значит, туда поставлены дизель-электростанции для обеспечения жизнедеятельности до того, как будет подключено по постоянной схеме. Ну, в целом, штаб занимается восстановлением. По словам оператора службы 112 Ольги Родионовой, количество звонков об отключении электричества стало меньше. Уже сегодня количество звонков, связанных с отключением электроэнергии, снижается. И уже, в принципе, звонки и скорая, и электроэнергия уже как-то сравнивается немножко. Видать, люди уже вошли в ситуацию и понимают, что от нас это не особо зависит, что вызовы все их не приняты. Все это передано в оперативный штаб наш, все это на контроле. Все-таки люди, многие это очень понимают. Пока в 14 населенных пунктах района электроэнергию обеспечивают дизельные генераторы. Ремонтные работы будут продолжаться до полного восстановления электроэнергии. Алена Ромашкина, Кирилл Емельянов, программа «События».